Власти Твери обсуждают концепцию формирования обустройства туристического центра города. В частности, ставится задача сформировать единое пространство, которое будет привлекательным для гостей столицы Верхневолжья. Городская администрация уверена, что сделает более комфортным и интересным визиты путешественников. Вопрос только в том, насколько им понравится картина облезлых и обшарпанных старинных домов, про которые до сих пор нет понимания, кто же должен восстанавливать фасады и ремонтировать крыши. Тверь мы заслуженно и с гордостью называем историческим городом. Действительно, десятки, сотни зданий, которые имеют историческую ценность. Это классицизм, барокко, это сталинский ампир. То есть есть на что посмотреть и нам, горожанам, и туристам. Но оборотной стороной медали является то, что все это надо содержать. И не абы как, а на хорошем уровне. Поддерживать в хорошем состоянии всю эту лепнину, все эти замечательные фасады. Но кто это должен делать? Жильцы, государство или частные компании? Как правило, видя старинное, но неухоженное здание, принято кивать на управляющую компанию, ну или на руководство ТСЖ. Вот, мол, равнодушные ротозеи, которые безразлично смотрят на погибающий памятник архитектуры. Однако все намного сложнее. Ведь просто силами непрофессионалов дом с колоннами, пилястрами и профилированными наличниками не привести в порядок. Сначала надо заказать проект. А это очень недешево. Например, фасад дома в городе Твери стоит около 10 миллионов. При этом за 7 лет они накопили всего несколько миллионов, там 2 миллиона. 2 миллиона накопили, стоимость капитального ремонта 10. То есть реализовать как бы вот такой капитальный ремонт с таким небольшим тарифом, который до сих пор существует в Тверской области, ну, очень проблематично. Правда, варианты изыскивания средств все-таки есть. Можно создать специальный счет, деньги в которые могли бы переводить обитатели каждой квартиры. Но тогда придется копить очень долго. Можно войти в областной краткосрочный план пока по ремонту и получить деньги из так называемого «котла», в который стекаются платежи со всего региона. Однако проблема в том, что разваливающихся старинных домов сотни, а ежегодно в список счастливцев попадают лишь несколько десятков. Есть другой вариант удешевления стоимости проекта реставрации. Например, обратиться к опыту Казани. У них вот видно, что делается по типовым проектам, то есть закрытое акционерное общество, бывший проектный институт, который, ну, часть в собственности субъекта области, соответственно, находится. Я думаю, что у нас нужно восстанавливать, соответственно, вот то, что осталось тоже от таких структур, и производить, ну, удешевление. Однако, даже если найдутся средства, это только полдела, вздыхает член Центрального совета ВАПИК Александр Смирнов. По всей стране и даже в столицах давно разрастается другая проблема – дефицит профессионалов, которые умеют не просто качественно нанести штукатурку, но и восстановить лепнину. От архитекторов, инженеров до просто рабочих, реставраторов, маляров, штукатуров. Их просто физически нет. То есть, потому что специалистов надо постоянно взращивать. Если их не взращивать, не подкармливать, не стимулировать, они начинают исчезать. И вот к этому моменту у нас реставрационная отрасль просто в очень плохом состоянии находится. В данном случае проблему могут решить современные технологии. Правда, это едва ли касается памятников архитектуры, где наличники и пилястры надо восстанавливать по классике. Однако, что касается тех же сталинок, то лепнина, изготовленная из современных материалов, с применением трехмерной компьютерной графики, вполне может оказаться выходом. Это будет быстрее и дешевле. Не говоря уж о том, что не придется искать мастера, который смог бы вывести каждый элемент той же розетки на здание в стиле классицизма.